Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы вам сделать небольшой видеообзор на такое вот зарядно-предпусковое устройство, автоматическое. Оно работает в автоматическом режиме, что очень хорошо для тех людей, которые с этим никогда не сталкивались. Но зимой, как мы все знаем, у многих автолюбителей периодически разряжается аккумулятор. И для того, чтобы сильный мороз мы могли зарядить свой автомобиль, можно использовать вот это вот автомобильное автоматическое предпусковое зарядное устройство. Так, вот в такой коробке продается. Цена его примерно 1500-2000 рублей. Покупал я его 2 года назад, поэтому на данный момент он, ну, скорее всего, стоит около 2000. В принципе, не так дорого, и не один раз меня выручал. Особенно для людей с дизельными моторами, у которых периодически разряжается аккумулятор из-за того, что солярка подмерзает, кристаллизуется. Опять же, это все из-за того, что на наших заправках дизельное топливо не самого лучшего качества. Так, вот в такой коробке. Тут есть инструкция. Инструкция, в принципе, простая. Ничего сложного. То есть, даже для людей, которые с этим никогда в жизни не сталкивались, прочитав один раз, все понятно, просто. Так, вот само зарядное устройство. Фирма Орион, модель ПВ-325. Вот такой он компактный, все провода есть. Такой кармашек сзади, небольшой. В него прячутся все провода, поэтому они нигде не болтаются. Провод для сети и два крокодильчика, плюс и минус. Вот. И все. Так, итак, для того, чтобы нам зарядить наш аккумулятор, мы просто вставляем вилку в розетку, розетка 220, и выставляем ток. Чем хорош этот зарядник? Он не даст вам выставить максимум, то есть больше, чем нужно самой батарее. Если у вас батарея разряжена в ноль, он ее поставит в то, поставит то напряжение, которое нужно именно вашей аккумуляторной батареи. Аккумуляторные батареи могут быть разные, автомобильные, от мотоциклов. То есть вы выставляете максимальное положение, когда подключили аккумуляторную батарею, выставляете максимальное положение, напряжение он выровняет сам, именно то, которое нужно вашим аккумуляторной батарее. Со временем заряда, по мере того, как ваша аккумуляторная батарея заряжается, напряжение, сила тока падает и доходит почти до нуля. В этом положении он может оставаться сутки, то есть работать за ним не обязательно смотреть, так периодически глянули и забыли. Можно оставить на ночь, ничего не случится, напряжение упадет до нуля, то есть он не перегреется, не перегреет вашу аккумуляторную батарею. Поэтому, по мне, он очень неплох. Всем, кому понравилось видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, будет много всего интересного.
До скорых встреч!